Привет, друзья! В общем, покрасить такого фордика годовалый, то есть ему пару месяцев. В общем, прежде всего, что я хотел сказать. Та Шкода, которой я готовил порог, в общем, я ее вчера красил, я ее заснял, у меня потом 50 грамм лака не хватило, я отключился, побежал лак сделать и забыл камеру включить. И получилось так, то, что я покрасил машину, провел, показал. Домой приехал, скинул все на компьютер. И смотрю, этой последней части не было. В общем, не было этой второй части. Второй части, то есть, это когда я заканчивал одну дверь лаковать и молдинг. И всего этого финишного уже результата. То есть, этого нету. Есть только в другом видео финишный результат. Это когда она уже стоит в цеху. То есть там освещение не очень, не такое, как в камере. В общем, как-то так вот. Огорчился я. Потому что темные цвета я очень люблю показывать. Потому что на них самое лучше видно, как лежит лак и так далее. Ну, в общем. Ну, если интересно, то есть кому-то без этого финиша. Ну, я думаю, там не особо что интересно. То есть, ну, пишите, я могу выложить это. То есть, видно, как я красил, все, но сам уже, саму шагрень, весь результат не видно. Видно только, говорю, только то, что она стояла в цеху. Только это. Вот, что, ладно, заряжаем. Грунт. Бабаскина. Не хочет стоять. Раскидаем грунт, пойду намешаю красочку и покрасим. Поехали. Готово. Все, включимся уже на краску. Ну что, погнали?
Давай, не выеживайся. Дергает. Взял, не взял. Черт знает. Вроде не видно. Вот это мне не нравится. Под пыльчики, под шмыльчики. Что, надо туда идти глянуть. Здесь, может, насыпало еще. Ждем очка. Thank you.
помню, борда такая, она тоже крупная, такая не очень симпатичная, крупная, не влитая. Не знаю, видно, не видно. Отсюда, потому что здесь наклеечка, не хотел снимать уже. Немножко машинкой пройтись и огонек будет. Все четко. Ну зараза, зачем ты упала, а? Все, всем спасибо, всем пока. Ну вот, полирнул соседние детальки, по клиночкам тоже прошел. Очень клинки у нас. Все очень похоже. А вот заводская пылина. То есть машина не крашена, ей пару месяцев. Всем пока.